Россия есть, я уже сказал. В этом моя прелесть. Если Сталин прикинулся тихоней и потом страну залил кровью, если Хрущев прикинулся тихоней, и мы сели везде кукурузу, если Брежнев был великий, и вся страна пьяная и коррупция, Горбачев за демократию, Советский Союз рухнул, Ельцин полупьяный, что вам тогда не нравился Ельцин? Этот недоумок полупьяный, что вы тогда за него агитировали все? Что вы сейчас? Позор нашей страны! Помолчите! Вы позор! Да, помолчите! Вы, артисты, как последние проститутки, ложитесь под любого руководителя за деньги. Вы все легли под Брежнева, под Горбачева, под Ельцина, под Путина. Завтра еду в Кремль, все будете лежать, я буду вас плевать и вытирать ноги. Позор вам! Позор, всем, позор! Все, кто легли сегодня под любого, смотрите, все четыре кандидата. Позор все страны, артистов, позор. Албарисов, все по позвали закону артистов. Сейчас время Жириновского. Да. Она не понимает этого. На законах не читают. Ларозе, у нее закон один. Менять мужей каждые пять минут. Вот вы, ее закон. Извините, но то, что вы делаете, вы себя публично хороните. Вот то, что вы сейчас делаете, вы себя публично хороните. Я вам говорю еще раз. Вы ведущий? Я и веду. Вопрос. Все молчат. Я и попросил Аллу Борисовну уступить в ваше время. А она не может. Я волнуюсь за вас. Не надо волноваться. Не за, меня. За Аллу Борисовну. Алла Борисовна навсегда останется. Я вам говорю и еще раз. В истории мировой я музыки. Я буду говорить то, что я считаю это нужным. Это ваше и право. И вы это не имеете права ваше время. Прошу. Если вашему каналу я никого Прохоров не... заплатил, чтобы в этой передаче он получил больше голосов, он давно все проплатил. И в Кремле, и народу, и пусть канарийские рабочие скажут, которые никто уехали. Никто ни разу в моей передаче тогда не бывал чаще вас, тогда, не заплатившего ни копейки. Тогда помолчите. Я говорю. Прошу. И страна в условиях гражданской войны. Вы хотите в хорошем костюмчике? А кто похоронил 15 миллионов? Там тоже будем стоять в хороших костюмчиках? А миллионы потеряли родину. Что мы им скажем? А русский народ оплеван. Ему что скажем? А русский язык запрещают везде. Русских летчиков арестовывают везде. Дети выбрасываются из окон. Да тоже будем все тихо, спокойненько говорить. Ребята, все хорошо, в костюмчиках, тихо. Ну, дети не хотят жить. Ну, полно пьяниц, кругом наркоманы, кругом... Ну, что делать? Зато пойдем в концерт, понятно. Прохоров заплатит, Алла споет. И нам хорошо, вам втроем хорошо! А я хочу, чтобы было хорошо главному народу нашей страны. Бедному время. Русскому народу. А на вас мне наплевать. Понятно. Все! Прошу.